Мы уже на свежем воздухе. Прекрасное солнышко нас радует, конечно. Ну и пение птичек. Парк уже. Аттракционы потихоньку готовятся к летнему сезону. Да, здравствуйте. Этот уже готов. Я помню вас, видел, здравствуйте. Здравствуйте, это вашу именно я. Прекрасную работу вашу, активную, интересную, красивую, ну, с детьми. Ну, можете подойти ближе, посмотреть. Да, когда все откроется, вот скажите. Я думаю, что многим интересно. Уже с весной. Сейчас тут еще вот Танюша, я хочу продемонстрировать, да, на велосипеде, на коньках. Танюша может заехать прямо сюда, фотографироваться. Заезжай. Видите, тут все открыто, покрашено все как. Танюша первые успехи делает на велосипеде в этом году, я так думаю. Вторые, да, на коньках пробовали. Оп-оп, вираж не вписались. Ну, первый раз, ничего. Ну, на этом велосипеде. Так, у вас, как всегда, самый свежий, красивый, готов уже аттракцион, да? Как называется? Цепочка? Или? Это называется Ника, аттракцион Ника. Ника, ага. Все чистенько. А я вижу, все Краши готово. Ждет. Уже на выходные начнет или уже прям готово? Да, в принципе, она готова, все. Да? Да. Перезимовала, все отлично. Нет, да, вы я проверили? Я ее снимал, это все же, забирал ее, готовил. А заглянуть в домик вот можно? А вот тут, тут все аппаратура. А, тут механизм. Тут механизм, да. Он также зиму здесь. Да, да, тут уже все такое, антисептика, все, ну, все. Без этого никак нельзя, да. Снег еще не растаял, но уже красивые качельки. Безопасные тут они. Безопасность просто тут выдержана больше, чем, ну как, евростандарт. Вот смотрите, это мое изобретение. С завода она шла только вот с этим. Все. Вот только вот это. А тут еще я придумал вот это. Ребенок садится. Я сажу ребенка. Вот. И между ножек, еще пропускаю вот эту цепочку. Вот ножка и вот ножка. О, а, и она ребенок, мягкая. Да, и ребенок никак не может слезть, видите? Да, да, это важно. Это, да. Потом вон еще страховка, видите страховку? Да, тут вот еще есть. Да, но и это еще не все. Еще и маленькие детки еще пристегиваются вот так, ремешками. О, о. И ребенок при всем желании никак не может отсюда. Да, тут все законтрагайно, конечно, конечно, да. Отлично. И стоимость какая будет в этом году? Я не знаю, еще про стоимость. А в прошлом году какая была? 50 гривен. 50 гривен? Да. Сколько минут? Все аттракционы, механические аттракционы, 3 минуты. За исключением колеса обозрения. Там, по-моему, 5 минут. Один оборот, 5 минут. Колесо там, ну, там тоже 80 или даже может 100 гривен. Ну, в том году, по-моему, 80 гривен было. Будем знать, так. Вот. А цепочка-то она, на ходу? Да, она тоже готова. Она тоже готова. Ну, это, скорее всего, постарше. Это связано с локдауном. Как она там будет, видите. Винница может тоже красную зону попасть. Если попадет, то неизвестно, когда он. Автодром еще, так всем помнится, любимый аттракцион. Да. Сложно с ним, да, никак его не сделать. Очень, очень много денег надо, чтобы его восстановить. Машинки, очень, это да, крутизна. Да. Лунопарк всегда ждали, чешский, польский, когда приезжал в Винницу. Благодарю вас за экскурсию. Ну, ради бога. Будем кататься, смотрите. В любое время дня и ночи. Да, вот это еще вот рядом штука, так она что-то тут и законсервировалась. Да. И не убирается, ну, уже, да? Ее никак тоже очень тяжело восстановить. Очень. А там какой-то механизм еще где-то, что-то есть там? Ну, часть сняли оборудование, а часть есть. Ясно. Хорошего вам сезона. Спасибо. Счастливо. До свидания. Будьте здоровы. Ну вот я еще покажу. Покажу вот название этого вещей. Ну и мы Танюшу встречаем. Уже привыкла, уже овладела автомобилем. Давай. Чуть-чуть руль у тебя влево-вправо. Так, все, поехали домой. Да? Поехали. Счастливо. Тут такая карусель крутая, оказывается. Автодром ты любила раньше? Когда-то. Никогда, да, не пробовала? Нет.
Тут хорошо, мы дальше выдвигаемся. Отлично. Пока.